Расскажите мне, почему вы пытались убить своего отца? Что? О чем это вы? Я все знаю о вашем плане. У меня есть доказательства. Давайте на чистоту. Я знал, что вы не просто рабочий. Слушайте, я не горжусь своим поступком. Но мой отец был ужасным человеком. Моя семья разбогатела преступным путем. Я хочу это изменить. Хочу помогать людям. Но он ни за что мне не позволит. Вот оно что. Вас нанял мой отец, да? Да, вы правы. Я Чарльз Рид, детектив. Я изменю этот город, мистер Рид. Но для этого мне нужно возглавить семью Карпентеров. Это огромное влияние. Я могу заплатить, но все-таки надеюсь, что решение вам подскажет совесть. Брут не изменится. Он жестокий человек и заслуживает смерти. Вообще-то, у меня есть просьба. Вы можете вывести одного человека из города в обмен на мою помощь? Могу. Если вам это нужно, то я все устрою. Да, вы правы. Можете на меня рассчитывать. Спасибо. Вы сделали правильный выбор, мистер Рид. До свидания.